В клубе любителей духовного кино сегодня провели встречу, посвященную выдающемуся ученому-математику Андрею Колмогорову. Студентам тамбовских вузов рассказали об интереснейших фактах из биографии академика. Просто профессор Московского университета, как сам называл себя Колмогоров, родился в Тамбове в 1903 году. С его именем связано появление школы-интерната при МГУ для одаренных детей. Идея была в том, чтобы дать возможность ребятам из сельской местности получить хорошее физико-математическое образование наравне с школьниками из Москвы. Он очень переживал, когда у него были столкновения с чиновником Министерства просвещения, когда он издал учебник по геометрии. Они его обвиняли в том, что он очень сложно написал этот учебник. Но он разве виноват, что у него мозги так работают, понимаете? И он считал, что ученики должны учиться не на простых примерах, они должны начинать решать задачи на уровне.